Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Оля уже захотела, а вы не обновили. Мы предлагаем вам уникальную посуду, которая позволяет вам идеально варить. Потому что эта посуда имеет многослойное капсульное дно. Идеально тушить, потому что здесь правильная теплопроводность. Наша посуда позволяет идеально даже варить и тушить, и естественно, томить. И томить, потому что эффект настоящего глиняного горшка. А теперь пойдемте со мной. Наша посуда позволяет еще каждый предмет легко отправить в духовой шкаф. А значит, вы можете использовать как форму для выпечки. Это идеальное решение, правильная теплопроводность, правильный сплав металла, и вы получаете вот такой результат. Ого, вот это да! Вы в нем будете варить, тушить, томить, вы будете даже запекать. И все это за 4999 рублей приезжает к вам. Все звонки абсолютно бесплатные. И, конечно, это та возможность обновить свою кухню. Это швейцарское качество бренда Weilberg. Это идеальная ваша покупка, это обновление вашей кухни. Вы посмотрите, какой зеркальный цвет, какая сияющая посуда. И украшение – это яркий рубиновый цвет широкой полосы на каждой абсолютно емкости. Вы получаете большую кастрюлю объемом 5,1 литра. Вы получаете вторую кастрюлю объемом 3,2 литра. Посмотрите, она зеркальная и внутри красивая. Вы получаете кастрюлю объемом 2,3 литра, также с крышкой. И вы получаете еще и ковш с крышкой объемом 1,6 литра. Делайте заказ сейчас. Если вы добавите сюда двойную сковороду гриль, у вас будет бесплатная доставка. Поспешите, поторопитесь и обновляйте свою кухню и получайте абсолютно идеального качества блюда, ведь это и готовка на плите, да, и готовка даже в духовке. Полюбуйтесь на этот дизайн. А теперь представьте, стоит у вас дома, на столе, на плите. Как же это красиво и здорово. Но это не все. Пойдем к Олегу Сотникову и посмотрим. Итак, внимание, это многофункциональный набор посуды, который позволяет вам, напомню еще раз, идеально готовить детское питание, любые блюда, потому что эта посуда имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно с ферромагнитными свойствами и с правильной терморегуляцией. Давайте посмотрим на результат, что можно здесь приготовить. Здесь получаются идеально фаршированные перцы, благодаря которым вы подадите идеально это на стол, и у вас никогда ничего не развалится, в отличие от других. То есть мы получаем не только красивую посуду, да, мы получаем красивую готовку. Готовку, мы правильно. Ой, посмотрите, у нас настолько целые абсолютно перцы. Внутри у нас начинка мясная, она осталась внутри перчиков. И только полюбуйтесь, а как так сохранить? Вот у меня почему-то разваривается. Но это благодаря многослойному термоаккумулирующему капсульному дну с ферромагнитными свойствами. Оно сосредоточено именно на дне нашей посуды. Это делается профессиональная посуда. Weilberg именно сделал, это, кстати, австрийский бренд, который давно уже делает профессиональную посуду. Внимание на экран, мы сейчас вам расскажем, как она устроена. Первый лист у нас идет из нержавеющей стали. Второй у нас лист идет из алюминия, что дает нам правильную теплопроводность. Например, когда соприкасается алюминий и нержавейка, идет правильная теплопроводность, и блюда у вас пригорают намного меньше. Например, вы закладываете туда, например, курицу, то идет очень хорошо термораспределение, хорошо идет регуляция, и вот получается вот это вот такой вот эффект глиняного горшка настоящего. И вкусно, как вкусно. У бабушки. Слушай, но мы не можем не доказать в прямом эфире. Сейчас через секундочку мы обязательно вам расскажем. Кстати, вот рис варить очень сложно. Рисовая каша, это не каждой хозяйке, так скажем, удается. Совершенно верно. В чем бывает проблема? Когда вы готовите в обычной эмалированной посуде, все, казалось бы, ничего. Но если вы даже слегка помешаете, смотрите, я вам показываю, то у вас получается вот такая ситуация, потому что все пригорело. А пахнет как ужасно. Эмаль хорошая сама посуда эмалированная, но посуда эта не имеет многослойного термоаккумулирующего капсульного дна. Значит, получается у вас вот такой результат. Казалось бы, обыкновенная и нержавеющая сталь, опять же, не имеет многослойного капсульного дна. И получается у вас, друзья мои, опять вот такой результат.
тоже пригорело. Пригорает, но немножечко меньше. Но опять же, все пригорело. А запах-то уже невкусный. Совершенно верно. Друзья мои, мне хочется вам доказать, что в нашей посуде, которая имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно, получается именно вот такой результат. Смотрите, когда мы варили кашу, у нас здесь абсолютно ничего не пригорело. Потому что это и есть пятислойное капсульное дно, которое за это отвечает. Ведь это бренд прекрасный Велберг, австрийский, 20 лет на рынке. И эта посуда создана для вас. И эта посуда приедет к вам всего за 4999 рублей. Вы экономите 2400, вы получаете в едином стиле набор от швейцарского бренда, и вы получаете удовольствие от готовки и идеальные блюда. Вы получите сразу и все. Вы получаете 3 кастрюли с крышками, с многослойным пятислойным капсульным дном из абсолютно безопасной нержавеющей стали, с клепанными ручками. Итак, внимание, 18/10. Это самый безопасный металл в истории человечества. Кстати, для, можно сказать, и для приготовления пищи. Кстати, готовят профессиональные повара только в такой посуде. Она не окисляется, и вредные вещества никогда не попадут в пищу. Это очень большое преимущество. И мы решили вам доказать тест прямо в прямом эфире. Ну, правда, Олег, у многих разной посуды полно. У меня есть кастрюли разные. Почему ты считаешь, что наша лучше? Хорошо, я не считаю, я просто вам покажу. Это кастрюля из нашего набора, но мы к ней еще вернемся. Да. Итак, Олечка, мы купили на рынке стандартную алюминиевую кастрюлю. Угу. Она хороша, но это алюминий. Вы не знаете, что такое алюминий для пищи, а я вам просто покажу. Это чистая салфетка. Что вы кушаете? А вот что вы кушаете. Одно движение, вот это мелкодисперсный металл попадает в желудок. Это вы кушаете, и это небезопасно. Никуда это не пойдет. Слушай, это кошмар. Я обожаю эту кастрюлю. Казалось бы, хороша. Здесь обычное антипригарное покрытие, но оно имеет химический канцероген. Когда вы помешиваете, допустим, ложкой, вы употребляете вот это. Обдирается покрытие. Мелкая стружка попадает в желудок. Друзья мои, опять никуда не годится. Хромоникелевая сталь. Это самое безопасное решение. Здесь отражается даже вся наша студия. Это самая безопасная сталь, можно сказать, для приготовления еды. Я беру чистую салфетку и показываю тот же тест прямо в прямом эфире. Я протер и показал, что наша салфетка абсолютно чистая. А значит, продукты, в которые вы будете готовить в нашем наборе, вы будете употреблять идеально в течение 10 лет без потери качества, и это компания Велберг. Делайте свой выбор, в пользу здоровья, в пользу долголетия, и при всем при этом вы получаете еще и экономию. Сегодня экономия 2400 рублей. Делайте заказы прямо сейчас, я всех поздравляю, кто уже оформил свою покупку. И посмотрите, какой он красивый, только полюбуйтесь. Всех посуда одинаковая, а у вас будет особенная.